Друзі, всім привіт! Це Свідок, Свідок інтерв'ю. Ставте лайк на нашому каналі, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найголовніші події в Україні та світі. І сьогодні хочу представити нашого гостя ефіру. До нас приєднався політолог, російський публіцист Андрій Піонтковський. Андрій Андрійович, здравствуйте. Добрый вечер, Павел. Андрей Андреевич, давайте сразу начнем с вами с разговора о том, что сегодня происходит в Беларуси. Известно, что Путин отправился туда впервые за последние 3 года, поехал не сам, а со своей свитой, с Лавровым, с Шойгу. При этом Лукашенко уверяет, что их встреча посвящена исключительно экономическому сотрудничеству и развитию. Скажите, ваши мысли какие по поводу этого визита? Ну вот они оба пытаются создать такое впечатление, я так слежу краем глаза, уже, по-моему, несколько часов в таком расширенном составе, в такой торжественной обстановке они обсуждают важнейшие проблемы экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией. Можно подумать, что Путин, который терпит поражение в войне, поражение, которое угрожает его личной власти, а это означает и жизни, и у него сейчас время, конечно, ему нечем другим заниматься, чем обсуждать вопросы экономического сотрудничества с Белоруссией. Но как раз подчеркнуто, что это расширенный состав, а вот потом еще будет встреча президентов один на один. Вот там, видимо, они займутся настоящим делом, продолжением выкручивания рук Лукашенко. Путин уже несколько месяцев, да все эти 10 месяцев в течение этой войны пытается заставить Лукашенко принять участие в войне против Украины, ну, бросить 15-20 тысяч солдат, которые у него имеются, военнослужащих, которые он имеется. Лукашенко отчаянно сопротивляется, как у вас в Украине любят говорить, петляет, но не потому, не из-за любви к украинскому народу, а потому что он знает настроение общества. Ну, вспомним, какие массовые выступления было против него еще 2 года, и знает настроение военнослужащих. Он опасается, что эта армия повернет оружие против него. Вы сказали, что это первый визит Путина в Белоруссии за последние 3 года. Да, еще важно, что это первый визит после, я назову это откровенно, после ликвидации российскими спецслужбами министра иностранных дел Макея, который был таким каналом связи Лукашенко, между прочим, не только с Западом, как все всегда полагали, но и, кроме того, и с Китаем. Через Макея проходили контакты Китая. Лукашенко добивался от Си такого же заявления, которое тот сделал в отношении Казахстана, что Китай поддерживает территориальную целостность Казахстана. Вот. И мы же помним, что вот в день убийства Макея было сообщено, что вечером, сегодня вечером Лукашенко вылетает в Москву для срочной встречи с Путиным. Прошло 2 недели, никуда он не вылетел. Он боится ехать в Москву, полагает, что там с ним может случиться то же самое, что с Макеем. Смотрите, вместо поездки Лукашенко в Москву сначала приехал Шойгу. Шойгу его уговаривал. Оказалось, недостаточно. Вот сегодня российские руководство приехало в полном составе уламывать. Андрей Андреевич, как вы думаете, каков будет результат этой встречи? Ну, это самое неблагодарное — давать прогнозы событию, которое мы узнаем часа через 2. Официального заявления Лукашенко не согласится. Он пропетляет каким-то образом. Но он скажет какие-то... Он произнесет все проклятия в адрес Запада, угрожающего суверенитету Белоруссии, в адрес Украины. Может, еще раз попросит у демонстративного Путина предоставить ему ядерное оружие. Помните, он такой трюк в прошлом году? Да. То есть все что угодно. Все ляжет на пол, поцелует Путину ботинки. Но посылать войска в Украину, мне кажется, он не согласится. Вы знаете, где-то вычитал сегодня, что Лукашенко даже не хотел и встречи Путина на территории Беларуси. Говорят, да нет, он прикинулся больным. Больным, же, да, он, что у него якобы грипп. Да, а вы видели кадр? Он очень плохо выглядит. Во всяком случае, или он имитирует этот грипп, но он имитирует его очень убедительно. Но обниматься полез с Путиным, и тот не побоялся.
Это интересно. Это такой психологический ход со стороны Лукашенко. Андрей Андреевич, ну вот в последнее время как-то Путин полюбил визиты, видимо, уже не сидится ему в бункере, пересидел, и вот в пятницу он побывал, я сейчас уточню, в объединенном штабе родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. В октябре он побывал на полигоне, мы помним его эти выстрелы из винтовки. Шойгу при этом выкладывает тоже видео, как летает на вертолете якобы над оккупированными территориями, показывает линии обороны, которая сейчас строится. Скажите, вот эти все показательные видео, которые они снимают, это еще попытка какая-то заверить российское общество, что все идет по плану и все под их контролем? Ну, Путин, все президентство Путина — это порождение пиара. Он рожден был в телевизионной пробирке, 20 лет царствует в этой телевизионной пробирке. Все пиар. Замечательная же формула была в пятницу. Весь день Путин работал. Да. Работал на базе, да. Путин работал на базе. Вот замечательная статья, я думаю, украинцы прочли ее все. Уже статья в Нью-Йорк Таймс о Путине, катастрофе Путина. Там много таких шокирующих деталей. Да, говорят, ну, же, вот что в этой статье писали о том, что трижды готовил это нападение, трижды переносил эту дату, но ФСБ его давило. Ну, он получал, во всяком случае, от военных экспертов, он получал противоположные рекомендации. Но там в статье, кстати, упоминается знаменитое обращение генерал-лейтенанта Ивашова. Я бы еще добавил, и была 3 февраля в статье в таком солидном независимом военном обозрении полковника генштаба в отставке Михаила Ходоренко, который удивительно до сих пор присутствует на всех этих путинских пропагандистских каналах. Та статья называлась «Прогнозы кровожадных политологов», где он как раз разбирал планы путинской войны. И вот Нью-Йорк Таймс статья, она замечательно рассказывает детально день за днем, как эти планы проваливались. А вот надо отдать должное генералу Ивашову и полковнику Ходоренко, они то же самое рассказали до начала этой операции. И я думаю, что в общем-то они отражают это отставные генерал-полковник, ну, генштабисты, но они отражали мнение действующих генштабистов. Те просто как бы поручили им это выразить, потому что они не связаны были уже с служебной дисциплиной. Но любой военный эксперт, как это часто очень убедительно подчеркивается в той же громадном, вот это не статья, это целый проект, конечно, это громадная работа нескольких корреспондентов Нью-Йорк Таймс, освещающие первые месяцы войны. Военные эксперты понимали, что это авантюра. Ну и понимают сейчас. Да. Андрей Андреевич, но в той же статье Нью-Йорк Таймса говорится о том, что Путин в частных разговорах после уже полномасштабного вторжения признавался в том, что он не ожидал, что украинцы будут настолько жестоки и настолько мощны и сильны. И сейчас хочу продолжить мысль. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на сегодня сказал, что Путин сейчас находится в таком жутком состоянии, что больше напоминает загнанную крысу. И именно поэтому он отменяет все вот эти мероприятия, которые были по стандарту президента ему положены. Да? Это игра в хоккей, большая пресс-конференция, также послание президента Федеральному собранию, которое обязательно согласно Конституции. Вот, Андрей Андреевич, как вы считаете, в целом, чего на фоне вот такого вот состояния Путина стоит ожидать, ну, возможно, в канун Нового года Украине? Он же любит символизм, он же любит бить по гражданской инфраструктуре. Что вы думаете, что он будет? Ну, вы видите, а что он может сделать? Он совершил уже все преступления. Вот на Западе очень долго господствовало, и еще сейчас чувствуется такая точка зрения. Давайте все-таки избегать, не будем провоцировать Путина, избегать
возможной эскалации. Но противники этой точки зрения резонно, а какой еще возможной эскалации вы хотите избежать? Что касается ядерной эскалации, вот здесь надо отдать Западу, Соединенным Штатам должное. Они очень жестко, это было в начале октября, очень жестко предупредили Путина о тех последствиях для Российской Федерации. Это и прямое огневое воздействие стран НАТО по российскому, российской группе на территории Украины, ну и неофициально сообщили, что Путина просто убьют в этом случае. Ну и это вы же заметили, этот язык они понимают. И казалось бы, ядерная риторика вот с начала октября она сошла на нет, наоборот, в Москве был популярен такой нарративчик. А мы никогда не собирались, да и невозможно, что в ядерной войне не бывает победить. Да нам и не нужно ядерное оружие. Мы эту Украину долбим в каменный век конвенциональным оружием по ударами по ее инфраструктуре. И он начал это как бы, когда у него как бы из рук вырвали ядерную игрушку, он решил вот начать уничтожение инфраструктуры, надеясь, что население, подавленное этими всеми ужасами, потребует у своих властей заключить хоть какое-то соглашение с русскими, чтобы остановить это. Но он снова ошибся, он снова показал свое полное непонимание украинского народа, как и раньше. Как и если он понял, что он ошибся в своих прогнозах в феврале, то он должен понять, что он ошибся в своих прогнозах и в октябре. Так что я не знаю, все сюрпризы им уже исчерпаны. Сейчас, между прочим, в сети и российской, и украинской, и мировой больше ожидают украинских сюрпризов. Да, вы видели уже, наверное, реакцию этих пропагандистов, которые кричат: «Будут бить по Москве». Как вам такая истерика на российском телевидении? Ну, они же, нас же всех отправят в Гаагу. Особенно истерикают, потому что вот эти три ведьмы российской пропаганды: Скобеева, Захарова и Симонян. Очень они испугались будущее. Ну, замечательные. Я не знаю, уже вы прекрасно знаете, наверное, даже лучше, чем российский зритель, этого военного преступника Гиркина. Ну, он говорит жесткие вещи о российской армии, о ходе операции, но его последнее выступление меня тоже очень разумно. Говорит, меня обязательно отправят в Гаагу, там приговорят в пожизненное заключение, а потом выдадут в Украине, и там меня торжественно повесят. Ну, вполне заслуженно. А что, Путина эти мысли не посещают? Он должен думать о том, что пока он пытается все-таки переломать судьбу, считая, что у него есть какие-то карты, что он бросит вот этих несчастных мобиков. Последняя информация из Москвы, что сразу после вот этих длинных новогодних праздников, где-то там 13 января, будет объявлен новый этап мобилизации. Ну и она все об этом... такой же будет частичной, или как вы думаете, в следующем году прибегнет он к военному положению по всей стране и к всеобщей мобилизации? Или он понимает, что это гильотина для него? Ну, он же отчаянно даже отказывался от этой первой мобилизации. Я заметил у него новую черту. После какого-то публичного унижения он теряет равновесие и предпринимает самоубийственные шаги. Ведь три вот эти шага для него прожившей дорогу к катастрофе. Мобилизация, которая создала, положила громадную бомбу под всей социальной системой России. Идиотская вот аннексия и референдумы. Это вообще в мировой истории никогда не было. Написать в своей конституции, что какая-то территория принадлежит тебе, а потом объявить, что ты сражаешься с агрессором, напавшим на эту территорию. Но заодно он там еще два северных потока взорвал. Это все последовало сразу же после его провальных саммита в Самарканде и Астане. Но в Самарканде он был шокирован. Ему казалось, что он едет к союзникам и намышленникам, шокирован реакцией Касимова, Си и Моди. Да. Да,
Синси и Моди, а потом, когда он вернулся в Астану на следующий день, то там еще хуже. Уже люди, которых он считал совершенно своими вассалами, там Рахмонов, Берды Мухамедов, они публично ему говорили, вы видели все эти кадры. Почему, что вы до сих пор общаетесь с нами, как с союзными республиками? Мы давно уже не ваши союзные республики, объясняли ему Путину. Вот после этого он принял эти роковые для себя решения. Вот я думаю, что этот механизм может сработать сегодня, если ему не удастся окончательно сломать Лукашенко. Он может пойти на какие-то драматические шаги, я не знаю. Андрей Андреевич, давайте с вами еще обсудим сейчас то, что обсуждают в Украине активно. Это колонку, написанную бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Он там предлагает, колонка его называется «Как избежать новой мировой войны». Он предлагает этот вариант завершения войны, говорит о том, что не согласен с тем, что одним из вариантов завершения войны должен стать распад России, пишет о диалоге, о том, что все должно закончиться на границах 24 февраля, при этом должны пройти какие-то, опять же, референдумы под международным наблюдением на территориях Луганской, Донецкой области, а также Автономной Республики Крым, и кроме всего говорит о том, что плюс должен быть мирный процесс, этот связать Украину с НАТО. В Украине уже ответили на эти заявления, сказали, что нам необходима артиллерия, что нам необходима бронетехника, дроны и ракеты большей дальности. Что думаете вот о таких строках Киссинджера и широко ли найдет ли он поддержку в США? Ну, конечно, те конкретные предложения, они неприемлемы для Украины, о возвращении границ 24-го, хотя бы потому, что они сейчас противоречат и согласованной позиции всего Запада, выраженной в заявлениях по Украине Большой Семерки от 12 октября, сразу через два дня после начала этих атак, и в недавнем заседании Большой Семерки. Ну, оба эти заседания, кстати, были, я это назвал, это мое как бы ноу-хау, это Большая Восьмерка, потому что в обоих этих заседаниях активнейшее участие принимал Зеленский, потому что он проводил селекторное совещание с лидерами Большой Семерки. И оба оба эти саммита они официально поддержали. Во-первых, Путин был назван военным преступником. Причем есть даже прогресс в этом определении. На первом заседании были названы атаки на украинскую структуру военными преступлениями и военными преступниками российского руководства. А вот на последнем саммите Большой Восьмерки там он начинает персонально. Президент Путина – военный преступник. И мы считаем необходимым привлечь его к ответственности. И в обоих регионах поддерживается план Зеленского из 4 пунктов. То есть этот план стал уже не планом Зеленского, а как бы ультиматумом всей Большой Восьмерки. 4 пункта. Полное восстановление территориальной целостности Украины. Там нет никаких 24 февраля. Второй. Гарантии безопасности Украины на дальнейший период после войны. Третье. Восстановление экономики Украины, опираясь на репарации на государственные агрессии. Четвертое, еще раз, привлечение к ответственности главных военных преступников. Это уже планы международного сообщества. Они повторены были слово в слово на пресс-конференции Макрона и Байдена на где-то, я не помню, 30-го, по-моему, или 1 ноября, или 1 декабря, было сказано, что следующее, что единственным условием мира является полный вывод российских войск с территории Украины. Путин пока на это не согласен, поэтому ни на какие мирные переговоры мы не идем, и они с ним бессмысленны. Но как только Путин согласится принять эти условия, то мы готовы вести с ним переговоры. Это сейчас согласованная позиция всего цивилизованного мира, всего Запада, включая Украину. Поэтому любые отход вот на там 24 февраля и так далее, это для Украины совершенно неприемлемо. Но тем не менее, я вижу вот в этой позиции Киссинджера, в его статье, позитивное зерно. Это ведь расширение
продолжение его статьи от 3 июля, где тоже центральной мыслью, очень важной для Киссинджера, был факт, что он отвечал на вопрос, что вот как должен реализовываться второй пункт плана мира Зеленского, гарантия Украины. Он был первым на Западе, вот это первым, когда он еще в июле, и сейчас он очень твердо продолжает мысль, что гарантия безопасности Украины должно быть ее членство в НАТО. Полное членство в НАТО. Он и в этой статье, и в предыдущей подчеркивает, что де-факто Украина уже член НАТО, и надо оформить это юридически. Дальше он обосновывает этот факт. Он тоже первым из западных лидеров повторяет следующий тезис, вот самое важное место в статье. В мире уже произошли серьезные геополитические изменения. На карте Европы появилась новая major power, крупная держава, обладающая одной из самых эффективных и многочисленных армий в Европе. Это констатация. И это Украина. То есть он подчеркивает, что членство Украины в НАТО – это не какое-то благодеяние, которое дает НАТО на Украине, а усиление НАТО. Да, он там же пишет, что эта украинская армия выполнила ту задачу, которую НАТО ставила все 75 лет. Это остановить агрессию с Востока. Это очень важное положение. Это надо поддержать, вот эту мысль Киссинджера. И вот он, надо отдать ему должное, вот он уже взрыхляет западное сознание этой мыслью. Он говорит, фактически, Украина уже член, она сражается за нас, она делает нашу работу, она выполняет вот эту мысль, она постепенно овладевает западным сознанием. Вот я напомню, что в Бухаресте на встрече министра иностранных дел стран НАТО уже Столтенберг сказал, что после победы Украина обязательно должна стать НАТО. То есть идея о том, что идея второго пункта плана Зеленского, гарантии НАТО, она уже решена фактически Западом. Это членство Украины в НАТО. А Киссинджер здесь идет дальше всех. Он идет даже дальше Столтенберга. Он говорит, что не после победы, а даже в ходе вот победы. Вот, так что, отбросив вот эту шелуху относительно линии 20, я бы на месте украинского руководства очень положительно бы отозвался вот об этой идее Киссинджера, о том, что Украина уже де-факто член НАТО, она выполняет ту работу, за которую НАТО было создано, более эффективно, чем сама эта организация за ее 75 лет. И вот эту мысль надо развивать и поблагодарить его за то, что он ее внедряет в общественное сознание Запада. А что касается плана мира, надо держаться вот той же официальной позиции Большой Восьмерки. Вот так, мне кажется. Да, это хороший вариант. Андрей Андреевич, ну вот если подводить некий итог, сейчас заканчивается уже 10-й месяц войны, по сути, через 5 дней начнется 11-й месяц. Как оцените ситуацию на фронте и чего ожидаете от ближайшего месяца января? Ну, об этом лучше меня высказался более компетентный аналитик, главнокомандующий украинскими вооруженными силами генерал Залужный. Он, кстати, о планах Путина. Ну, это обязанность любого полководца рассматривать самый тяжелый для него сценарий, самый худший для него сценарий возможный поведения мобилизации войск противника. Он и описывает такой сценарий, что хочет Путин, хочет собрать как минимум еще 200 тысяч к тем 200, которые уже собраны, мобиков, и кроме затыкания ими дыр на Востоке, открыт второй фронт в Беларуси. Вот чем сегодня, вот в эти минуты мы разговариваем с вами, а Лукашенко с Путиным тоже разговаривают вдвоем. Я представляю, на каком языке там они разговаривают и на какой степенью эмоций. Это план Путина, но тот же, но Залужный, его задача предотвратить этот план. И мне очень понравилось вот его такой формула, которая войдет, видимо, в историю вот этой Четвертой мировой войны, как называется, он сказал, я стою
в 84 километрах от Мелитополя. И взятие Мелитополя обрушит вообще российский фронт и создаст громадную крымско-херсонскую котел. Но для этого мне нужно, и он перечисляет, 300 танков, 700 бронетранспортеров, 600 гаубиц. Ну, и там уже по мелочи, наверное, что-то еще. Вот такая ситуация, что стратегическая инициатива перехвачена Украиной, и, собственно, украинская армия готова выполнить свою историческую задачу. Для этого ей нужен вот такой набор вооружений. Вот я еще раз вернусь к статье Киссинджера. Да. Вот она еще чем важна? Она в ней... проговаривается вот то основное опасение Запада сегодня. И частично можно найти ответ на вопрос, но почему Запад колеблется вот сегодня? Запад помогает, конечно. Мы ему благодарны, и этого переворота в войне не было бы без помощи. Запада. Почему он колеблется вот дать вот этот простой набор, который перечисляет Заужный, который решит всю проблему военной пути? Статья Кинджин дает ответ на это. Вы немножко, мне кажется, не точно выразили его мысль. Ну, что он боится распада России. Да, он вернее, это так, да. Он вот эта причина. Причина сдержанности Запада уже не путинское ядерное оружие. На ядерное оружие ответили достаточно достойно и убедительно. Понимаете, что изменилось? Это тоже важнейший итог этого года. Раньше Путин пугал Запад своей силой. Ну, прежде всего, он и сейчас пытается там какие-то сарматы показывать, да. Какие-то идиотские песни пишут: «Россия, матушка», «Шлет шарматушка» и так далее. Эх. Это все Запад уже не трогает. Ему дали понять, чем это все кончится. Запад волнует сейчас потенциальная слабость России. Вот почему этот план Киссинджера... В чем вот мысль Киссинджера, как я ее понимаю, что если вот сейчас дать вот все это оружие, все это Украина разгромит Россию, это будет стремительное падение власти, уйдет не только Путин, рухнет вся российская власть, и на громадной территории, вот в американской этой публицистике военной стала теперь популярной фраза «11 time zone», 11 временных и 11 часовых поясов территории. Mm-hmm. На 11 часовых поясах начнется классическая русская смута и гражданская война. Вот, то есть, да, он боится распада России не потому, что он любит Россию, он боится распада России, потому что распад России может создать для Запада и для всего мира гигантские проблемы. Вот этот хаос на 11 часовых поясах, территории наполнены там всякими химическими, ядерными производствами. Поэтому им бы хотелось... Они поняли, Запад уже понял, что Украина победила. Но им хочется какой-то управляемой капитуляции России, которая помогла бы... Ну, вопрос с Путиным решен, это военный преступник будет. Но вот окружение Путина, сохранить власть и после поражения, хотя бы на какое-то время, чтобы это не обрушилось в какую-то грандиозную русскую смуту. Я не разделяю эти опасения. Я думаю, они преувеличены, во-первых. А во-вторых, им все равно ничего не удастся. Вот те процессы распада, которые если под распадом России иметь в виду распад Российской империи, вот той же СНГ, ну то это же уже идет. Благодаря успехам украинской армии, вы посмотрите, практически стал независимым Казахстан, стал независимым Азербайджан, остальные среднеазиатские республики. Армения уже отказалась подписывать декларацию последнюю. Вы еще не освободили свою территорию. Процессы запущены, да? А многие, нет, свою не освободили, а там процессы уже закончены. Угу. Разве бы такая
так разговаривал, так и те же Рахмонов и Бермимухамедов использовали. Все, вы уже освободили народы так называемой Российской империи. Да, вы знаете, Поэтому я вспомнил я хочу, чтобы вы поняли вот эти вот такие опасения Америки. Вот это их сейчас останавливает. Да, я помню просто еще фразы Бена Ходжеса. Он говорил, что распад России, возможно, уже начался, но его необходимо Западу контролировать, потому что как раз... Вот ключевая фраза. Да, управление. Что никому не нужны 20 или 30 пригожиных с Кадыровыми и с ядерным оружием. Да. Сейчас уже 4 пригожиных. Есть Пригожин, Кадыров, уже Рогозин свою армию объявил, какой-то еще Спандарян, там бывший ваш Горловский, уголовник Арсен Горловский. Вот этот процесс идет, вот это Запад, отсюда и вот эти идеи Киссинджера, давайте потихонечку, понемножку, но надо схватить, но у него, в отличие от них, есть центральная идея. Безопасность Украины уже доказала, что она часть Запада, часть НАТО своим военной мощью и своим поражением, которое она нанесла российской армии. И это надо зафиксировать как членство в НАТО. Это очень положительная идея. Андрей Андреевич, я благодарю вас за это интервью. Я нагадаю нашим глядачам, что зі мною в ефірі був російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський. І я дякую вам за перегляди. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал і можете ставити лайк на дзвіночок, щоб не пропускати найголовніші події в Україні та світі. Андрій Андрійович, спасибо вам большое. До свидання. Спасибо вам, и я добавлю вашим зрителям, подписывайтесь также на канал, YouTube-канал Андрей Пиантковский. Да, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания.